Серпень – місяць фестивалів. Поки погода дозволяє відпочивати просто неба, треба цим користуватись. Сучасна молодь каже – стопудово. Три дні поспіль – 5, 6 і 7 серпня – в Дніпрі має відбутися фестиваль «Стопудівка». Цього року не за містом, а в його межах – на Монастирському острові. До події ще тиждень, організатори в милі, музиканти на низькому старті. Люди, що мають відношення до «Стопудівки 2016» – наші гості. Це Микола Родін і Дмитро Константінов. Хто планує активний відпочинок, слухайте нашу розмову уважно. Доброго вечора, мої вітання. Здравствуйте. Отже, почнемо з місця. Стопудівка виникла в одноіменному етноселі, і це було логічно, коли там відбувалося свято. Тепер це місто. Мабуть, логічно спитати, чому необхідність фестиваль перенести до Дніпра, і чому це не нова формація? В першу чергу, діло все в тому, що локація меняется, и это, у этого есть в первую очередь позитивная сторона. Село Раково – это был интересный эксперимент, это достаточно было далеко от города, это была экзотика, и в принципе мы убедились в том, что даже туда можно собрать людей на фестиваль. Но фестиваль сам по себе разрастался, технические требования, характеристики к нему также возрастали, и в течение 4 лет мы все-таки дождались, потому что была какая-то мечта давняя провести что-то подобное и такого масштаба именно на Монастирском острове. Ну, 3 дні достатньо виснажливий графік, маємо досвід мейнстейджа, не надто поки що вдалий, теж 3 дні. Чи не забагато на себе взяли, чи вистачить сил? 3 дні фестивалю, на самом деле, это не так много. Европейские фестивали длятся неделями некоторые, вот. Особенно фестиваль электронной музыки, где обеспечение фестиваля позволяет выдерживать столько времени в таком напряженном темпе. А на самом деле 3 дня – это очень мало для того, чтобы показать всю ту музыкальную, арт-составляющую, культурную составляющую нашей страны, да и не только нашей страны. Вот. Но 3 дня – это выходные, как раз когда человек может себе позволить отдохнуть, перезагрузиться. Отвлечься от злободневности. Да. Для молодежи 3 дня на самом деле – это немного. Ну, добре. Хто хедлайнери, хто найдорожчий гість? Самий наш дорогий гість во всіх розуміннях цього слова – це, звісно ж, група «Бумбокс». 6 августа вони нас порадують. Також в цей день у нас є не менш потрясаючі, відомі ребята, як «Антитіла». 5 августа – Сергій Бабкін, «Эполец», які просто розірвали в цьому році Україну, починаючи з «Х-фактора» і потім проїхавшись просто сотнями концертів по всім містам, не тільки українським, але й європейським. І 3-й день фестивалю у нас всі любимчики Дніпропетровська. Да, да. «Друга ріка», це «Козак Сістем», це «Аторвальд». В общем-то, вот это основные звезды нашего фестиваля. Дивіться, а майже одни и те же виконавці від феста до феста їздять, приймають участь. Україна слушает одинаковую музыку. Інколи навіть глядач і слухач не встигає скучити за ними. Що у нас з цього приводу? «Бумбокс» последний раз був весною, кажется. Можна я отвечу на этот вопрос? Ну, к сожалению, в Україні є проблема з музикою. Ее немного. Скажем так, гораздо меньше, чем в развитых музыкальных европейских странах. Мы бы с удовольствием привезли кого-нибудь из Европы, из Америки, но, сами понимаете, на данном этапе для нашего региона это немножечко сложновато сделать. Ну, а хорошей музыки много не бывает, поэтому «Бумбокс», «Друга река» — это то, что нередко бывает в нашем городе, но его всегда встречают на ура. Яким чином вы складали программу? Це поклик души, чи щось таке новаторське, у кого щось підгледіли? Частично это были... Крали, можливо. Частично это были опросы публики, кого мы хотим видеть в нашем городе. И личные предпочтения, личные, конечно, предпочтения, да, много сыграли. Ну и плюс, да, мы видим, кто чаще всего к нам ездит, кого больше всего любят, на кого больше всего ходят. Конечно, в первую очередь это анализ. Анализ, поскольку хочется Днепропетровску привести того, кто будет востребован и кого ждут по-настоящему. Потому что до этого уже упоминающиеся сегодня фестивали, они
бывали со звездами мирового масштаба и европейского масштаба, но при этом, к сожалению, на этих людей пришло 3-4 человека, при том, что гонорар составил половину всего бюджета фестиваля. Якщо говорити про той чи інший фестиваль, багато що залежить від звуку. Адже поганий звук – зіпсований настрій. Що в цьому плані на фестивалі «Стоподівка»? Це був основний і ключовий момент, коли я вновь повернувся до цього фестивалю. Я одразу сказав, що у нас на цьому фестивалі має бути лучшее техническое обеспечение среди всех фестивалей, которые мы проводили до этого. И в этом году это будет именно так. У нас одна из лучших прокатных звуковых контор нашего города обеспечивает фестиваль. И в плане технического обеспечения в этом году все будет на высшем уровне. То есть, следует сподіватися, что звук будет на наивысшем уровне и не будет зіпсований настрій ані музыкантам, ані тим, кто пришел их побачити и почути. Да, это будет 80 киловатт шикарного звука. Да, это будет громко, интересно, читабельно. Стоит послушать. Я думаю, ближе, чем на Комсомольском острове, это сделать нельзя будет. Так что зовем всех на туда. На другом берегу тоже можно будет чуть-чуть. Да, будет слышно. Ну, крім музичної програми, хочу спитати, що буде, адже це ви самі кажете, що це вихідні, багато людей прийде з дітками, і якась розважальна програма для них відбудеться чи ні? Чи лише музика? Касательно дітей, у нас будуть працювати аніматори, дітям буде також оборудована дитяча площадка, фотозона. Ми в цьому році співпрацюємо з компанією Interpipe, і у нас буде виставка скульптур, что, в принципе, делает фестиваль не только музыкальным, но и арт-фестивалем. Более 15 работ, скульптур из металлолома разной величины, начиная от человеческого роста, будут располагаться прямо по аллее нашего монастырского острова. Каждый желающий может подойти, сфотографироваться, потрогать, почитать, с какого завода этот материал был взят и кто, собственно, рукодельник. Як і чи допомагає міська влада, адже надати навіть майданчик для того, аби... Самое главное, щоб вона не мішала. А то, що вони нам дали вже цю площадку, за це їм велике спасибо. Спасибо, да. Потому що до цього, в принципі, результати були тільки односторонні, а в цьому році, звісно, хочеться сказати, що якісь змінення з'явилися, і в музыкальном плане, в плане фестивальной культуры города, это в лучшую сторону. Также спасибо огромное за то, что дают возможность использовать мост, заезжать техникой, так как оборудования достаточно много, его нужно заранее завести, все это обеспечить и, конечно же, отдельно завести скульптуры, которые и весят немало, и габариты у них нестандартные, поэтому... Ну, будемо експериментувати. Пропоную поговорити про питання безпеки та алкоголю. Ну, звісно, фестиваль не для серпанкових панночок. Ніхто не сподівається, що там прийдуть ще отакі, які не будуть порушувати поведінку і зловживати алкоголем. Але все ж таки, наскільки з цього приводу все продумано? Смотрите, в последнее время наш город, и в принципе вся публика украинская, удивляет своей интеллигентностью. И осознанностью. Да, мы были на нескольких украинских фестивалях, и, если честно, вот в столице и на Западной Украине люди ведут себя очень положительно, фактически без инцидентов. Днепропетровский, думаю, не будет уступать в этом. Мы наоборот, будем эталоном. Да, по опыту прошлых фестивалей умение вести себя. Я могу сказать, что особых каких-то там провокаций, стычек не было. В плане алкоголя у нас будет присутствовать охрана квалифицированная. Вот у нас также будет полиция, спасатели. Спасатели. Но мы предупреждаем, конечно, и очень надеемся на целесообразное использование своих организмов. И здоровый глуст. И здоровый, да, плюс, рассудок. Как в любых хороших заведениях, также и на нашем фестивале, опытные бармены не будут наливать тем людям, которым, во-первых, не исполнилось 18 лет, а во-вторых, которые уже... Не стоят на ногах. Да. Ну, добре, давайте поговорим про квитки, адже, чи є вони,
чи вже нема, яка їх кількість, і чи можливий такий варіант, що людина в день відкриття прийшла, заплатила гроші по місцю і пішла на ваш фестиваль. Як це буде відбуватися? В цьому сенсі хочеться успокоїти, все організовано, білети покупаються, білетів достатньо, у нас локація хороша, вона вмістительна. То, что хочется порекомендовать, покупать заранее, потому что в дни фестиваля билет будет стоить каждый на 100 гривен больше. То ли однодневный, то ли трехдневный. Сейчас они стоят 350 гривен на 3 дня, 250 на один любой день фестиваля. Есть точки продаж по городу, есть наш сайт Стопудовки, на нем перечислены все абсолютно точки продаж. И мы очень рекомендуем покупать именно в них, поскольку всегда есть вероятность того, что появляются подделки. Так вот, дает гарантии того, что вы попадаете на фестиваль, покупка. Тем более, ну, скажем так, сэкономить можно очень, очень здорово и потом не попасть на фестиваль. Билет стоит 350 гривен, это небольшие деньги для такого фестиваля трехдневного. Аналоги наши, скажем, компаньоны и конкуренты стоят гораздо дороже. Добре, давайте поговоримо, мабуть, одне з останніх запитань. Запорука успіху музичного фестивалю з вашого погляду. Що це? Як це? В першу чергу, ми не встигаємо повторювати в останнє час, що чоловік їде на фестиваль не за музикою, не за алкоголем, він їде за атмосферою. Вот. И в первую очередь наша задача создать максимально комфортную, веселую атмосферу, атмосферу праздника, музыки, творчества во всех его проявлениях. Да, музыкальная часть – это только одна из граней фестиваля. Также там развлечения себе может найти каждый. Помимо главной сцены, на которой будут выступать известные хедлайнеры, весь день будут развлечения, будут аниматоры, будет фотосушка, фотозона, выставка скульптур, театр на младшей сцене. Также стоит, не наверное, младший, упомянуть... а пляжной сцене. На пляжной, да. Пляжной. Свято відбудеться за будь-якої погоди? Конечно. Конечно. Мы даже рассчитываем на то, что да, дождик мы, хотя мы бы рассчитываем на дневной дождь, день, это обязательно. Да. Ну, тогда запрошуйте у всех бажающих. Конечно, включая дождь, приглашайте... Приглашаешь, наверное, ты. Да. Да, мы всех с удовольствием приглашаем на наш фестиваль «Стопудовка 2016». Будет... Пляж, песок, классные исполнители, лучшие исполнители нашей страны, море позитива, удовольствия. 5, 6, 7 августа всех ждем на Монастырском острове. Приходите. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а нашим глядачам нагадаю, Микола Родін і Дмитро Константінов, організатори «Стопудівки-2016», були у гостях 9 каналу.